А коза кило почем? Ну посмотрим, потом. Слышу, дал. Дай погладить. Дай погладить. Понятно. Не чайному птичине. Понятно. А это молодой, сытый. Только полтора года. Не обманет человек. Я верю тебе. Я, а я же у тебя человек покупал уже. Чистый. Ты по весной я брал по 11. Чем мусульман и халяй? Весной по 11 я у тебя покупал. Весной по 11, в марте месяце приезжал. Марти свет вещи, пертметла радиго. И хлеба захватил. Араби да Ирани не дал там, и уж тем, что маленько тебе хана туалет случима, тормета не отвечал. Мы тебе шкуру, голову оставим. Голову, голову, как хочешь, чисти мясо я тебе дам. Тебе оставим. Я же говорю, весной говорит, по 11 брали. Давай сейчас по 11. Весной это с Ирана, говорит, это не местные, говорит, были. 12 коров. Очистим от халалу, стенем, чистим мясо, халалу. Ай, ладно, давай. 11.50. И голова твоя со шкурой. Давайте. 50 копеек на целого барана, 6 лари. Не на бензин как раз. И все будет нормально. Иди, смотри, снимай. Я не буду, ты что, со да, я сниму. Нет, не надо, давай. Нет. На свой снимай. Свежачок, да? А я в машине оставил. Не дам. Ну, блин. Вот все. Кадык. Угнал. Вот, смотри, как резать. Даже смотреть не буду. Вау. И все. Надо было Федю привезти. Да ладно. Ты тут самый главный, да? Самый наглый и самый главный. Это самый хороший. 23 кило. 23? А, видишь. Вау. Какой он мощный. А, или отвинтил. Да, почти 23. Че, звонил? Ну, поздняк уже. Всем привет! Вы посмотрели сейчас ролик, как покупал я барана. Теперь расскажу его историю. Подъехал я на машине покупать этого барана, это где-то в районе нового автовокзала. А у меня машина на российских номерах. Подъехал, подошел к продавцу, спрашиваю, почем баран весом так 22-25 килограмм, почем продашь? Он мне сказал 410 лари. Я подумал, что весной брал намного дешевле. Звоню товарищу, у него рядом офис на автовокзале. Я говорю, Иван, подъедь, спроси, сколько стоит будет баран. Он подъезжает, русскоговорящий, но машина с грузинскими номерами. Спрашивает то же самое, ему говорят 370 лари уже. На 40 лари дешевле. Я думаю, что можно дальше торговаться. Звоню своему заказчику Тимуру, местный житель. Я ему делал ремонт квартиры. Ему звоню, говорю, Тимур, подъедь, надо поторговаться насчет барана. Вот он приехал, и в итоге мы купили вот этого барана 23 килограмма весом за 270 лари. Итог 410, российские номера. И местный житель 270. Думайте сами. Спасибо.